Всем привет! Вы на канале Оля Рейнбоу. Меня зовут Ольга. И сегодня у нас с вами плетение музыкального инструмента. Это вот таких вот маракасов. Этот инструмент уже очень сильно напоминает детскую погремушку. Ну что ж, давайте приступим. Плести в этом видео я буду вот эти вот маракасы. Для их плетения понадобится небольшое количество резиночек. Это резиночки красного цвета, зеленого и желтого цвета. И количество резиночек вы, как всегда, сможете посмотреть в описании под видео. Плетение этих маракасов у нас будет при помощи крючка. Итак, давайте приступим. Итак, возьмем первую резиночку, это у нас резиночка красного цвета, накинем на крючок и прокрутим 4 оборотика. Раз, два, три, четыре. Затем мы проплетем 4 пары красных резинок, то есть проплетем цепочку, накидываем пару резиночек и скидываем вот эту вот петлю с крючка. Так, скинули на резиночки. И затем накидываем второй конец резиночек снова на крючок. Проплетаем вторую пару, накидываем на крючок и протягиваем через эту петлю. Так, проплели. Затем проплетаем третью пару. И четвертую пару. Вот таким вот образом. Так, затем возьмем пару резиночек зеленого цвета. Накидываем на крючок и протягиваем через петлю. Второй конец резиночек мы пока не накидываем. Снова возьмем зеленую резиночку и накинем на крючок, прокрутив 2 оборотика. Вот таким вот образом накидываем эту резиночку и затем мы накидываем второй конец резиночек. Мы с вами сейчас сформировали вот такую вот посерединке петлю. Затем проплетаем резиночки желтого цвета, накидываем на крючок и протягиваем через все резинки. Снова мы не накидываем второй конец резиночек, возьмем еще одну желтую резиночку и просто накинем вот таким вот образом на крючок. И затем уже накидываем второй конец резиночек. Вот. Затем проплетаем пару красных резиночек. Накидываем на крючок и протягиваем. Так. И теперь мы накинем красную резиночку на крючок. Накинули. И затем накидываем второй конец вот этих красных резиночек. Такие у нас петли получаются. И теперь накидываем пару желтых резиночек. Протягиваем через все резинки. Второй конец на крючок, берем одну резиночку желтого цвета, протягиваем через петлю и затягиваем эту резиночку, продев одну резиночку через вторую. Сильно не затягивайте, нам еще надо будет ее распускать. Вот что у нас сейчас с вами получилось, вот такая вот заготовочка. Давайте вот эти вот петли вот так вот поправим, чтобы они у нас находились посерединке. И сейчас мы с правой и с левой стороны будем доплетать вот эту вот часть цепочки. Так вот, поправили. Затем развернем цепочку, чтобы вот эти вот резиночки смотрели на нас. И заведем крючок в красную вот эту вот петлю, самую последнюю. И накинем пару резиночек зеленого цвета. Протянем через эту петлю. Затем заведем вот в эти вот резиночки, которые мы с вами сформировали посерединке, такую вот петлю. И накидываем второй конец резиночек. Вот что у нас сейчас должно получиться. Затем проплетаем пару желтых резиночек. Сейчас мы эти желтые резиночки протянем через все зеленые резиночки, которые у нас на крючке. Так вот аккуратненько протягиваем. Накидываем уже желтую резиночку и второй конец резиночек на крючок. Следующую проплетаем пару красных резинок. Так, накидываем, протягиваем и накидываем вот эту вот красную резиночку на крючок
И затем эти резиночки накидываем также на крючок. Поплетаем последнюю желтую пару резиночек. Так, проплели. Второй конец на крючок. Вот что у нас получилось. И затем заведем вот в эту вот последнюю петлю первой цепочки, которую мы с вами плели. И снимем резиночку. Вот, развязываем эту резиночку. И затем накидываем на крючок, протягиваем через 2 петли и снова аккуратненько, легонько затянем. Итак, вторая цепочка у нас готова. И давайте проплетем теперь с этой стороны, с левой стороны. Вытянем наши резиночки. Поправим, чтобы не распустилось. Здесь также все поравняем и заведем крючок в эту вот петлю, накидываем пару зеленых резиночек, протягиваем, заводим крючок под центральные вот эти вот резиночки, под пару резиночек, второй конец резиночек на крючок. Затем мы должны проплести пару желтых резиночек. Накидываем резиночки, протягиваем, так, накидываем вот эту вот желтую резинку и второй конец резиночек снова на крючок. Проплетаем красную пару резинок, так, вот эту вот резиночку мы накидываем на крючок и второй конец резиночек также на крючок. И осталось проплести пару желтых резинок. Так, и накидываем резиночки на крючок. Затем мы эти все резиночки сейчас таким вот образом накинем эту пару, снимем резиночку и аккуратненько и следующую пару. Так вот заводим, накидываем вот эту верхнюю резиночку и протягиваем через все резинки. Второй конец на крючок и затягиваем петлю. Вот, мы с вами быстренько проплели один маракас. Эту резиночку можно спрятать под резиночки. Давайте заведем под эти вот резиночки, спрячем петлю и под эти вот резинки. Так, завели и спрятали. Вот так вот быстро и легко у нас получился один маракас. Маракас я с вами уже сплела, а теперь давайте перейдем к нашей рубрике «Передай себе привет». Итак, хочу передать привет Алине Муфтахдиновой, Юлии Галицкой, Вике Волковой и Лизе Тарасовой. Привет Рузане Алексанян и подружке Ульяне. Привет Юлии Рухадзе, Кате Шлегель, Эльвире Бунаковой, Яне Бакаевой, Ярославе Синицыной, Саше Лагуткина и всему третьему Б-классу. Передаю привет третьему В-классу и Кате Братчиковой. Привет Арине Зубенко и 5 подписчикам. Это Катюша Байколова, Аня Плей, Анеля Плей, Эндол и Фанатка. Передаю привет Екатерине Павленко и Светлане Павленко. Привет эти Даше Тя, Ане Авериной, Диане Колыбердиной, Юлии Рухадзе, Саше Фурсовой и каналу Николя Алиса, привет Варе и Соне Архиповым, Вике Волковой и привет двоюродной сестренке Злате. Также идет привет Яне Шарафутдиновой, Анастасии Родиной, Варваре Барбаровой, ее родственникам и друзьям. И Варвара Барбарова просила передать поздравления с днем рождения Рягузовой Наталье Ивановне и Марии Афанасьеве. Поздравляю вас искренне с днем рождения. Передаю привет Юлии Лине и сестренке Василисе, а также Василисочка, я тебя поздравляю с днем рождения. Передаю привет Маше Прохоровой, мамуле и папуле и Адамантовой Лизе. Привет Валерии Зарецкой и последний привет адресован Дарье Улисковой. На этом наши приветики закончились. Рубрика и видеоурок подошел к концу. А на этом я хочу уже с вами попрощаться. До новых встреч в моих новых видеоуроках. Всем пока!